У нас сегодня 19 ноября, вечер. Днем вернулся из столицы курьер, который доставляет монеты в славный город Нижнекамск, это в Татарстане. И привез ровно 3 монеты, одну из которых мне удалось от него оторвать, чему я несказанно рад. Это субъект Российской Федерации, 10 рублей 2023 года, Московский монетный двор, Омская область. Сразу герб. Монетка как монетка. Одна из очередных. Я как-нибудь расскажу о ней чуть попозже, что это за такой Омск и чем он славен. А пока просто хотелось бы перечислить людей, которые родились в Омске. Это Михаил Врубель, Любовь Полищук, Дарья Мельникова, российская актриса, Валентина Талызина, Дмитрий Карбышев, Иннокентий Аннинский, очень хороший поэт, Леонид Мартынов, русский поэт-журналист, Валентина Бесярина, советский врач, педиатр, доктор медицинских наук, Ирина Чащина, Янина Судилина, Алексей Коряков, Алексей Макаров, российский актер театра кино, Арсений Попов, юморист, актер, дизайнер, Георгий Вяткин, русский советский прозаик, Николай Ядринцев, русский публицист, Егор Летов, советский и российский поэт, участник рок-группы «Гражданская оборона», Евгений Волоцкий, российский актер театра кино, Владислав Дворжецкий, советский актер театра кино, Виталина Бацарашкина, российская спортсменка, Нина Архипова, актриса, Дмитрий Сычев, футболист, Валентина Панина, актриса, Марина Есипенко, актриса, Андрей Анкудинов, актер, Янина Колесниченко, актриса, Игорь Балалаев, актер, Александр Цыганков, советский и российский музыкант, Александр Шлеменко, российский боец смешанного стиля, и многие-многие-многие другие, включая Валериана Куйбышева, русского революционера, советского партийного деятеля. Вот такая монетка появилась, вот такая вот новинка. Настолько быстро пришла, что я даже еще и не знал, что она есть. А она вот уже есть и даже у меня как бы в наличии имеется. Вот такой вот, такая вот краткая справочка. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.